Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только даю информацию, рассказываю о проекте, я никогда ничего никогда не принуждаю ни к чему. Давайте сейчас расскажу вам о Дорадус. Это мощный, это лютый, просто, ну, лютейший проект, прям такая вот, знаете, вот, ну, как Финико был когда-то, вот прям мощный такой, это просто мощь. Вот, давай разберем по полочкам, что тут и как. Значит, смотрите, сейчас видим то, что запустилось новое приложение. Так, подарки на Рождество через пару дней. Там уже какие-то даже начались заявочки пошли. Смотрю, фонд у них уменьшился. Статистика, если верить статистике, $1.5 миллиона проинвестировано. Не знаю, верить ей или нет, но дизайн, вот это все подготовка, красочная. Ну, видно то, что админы, значит, вложились в этот проект. На рекламу, на скрипт, ну, там рекламы было, ну, на тысяч, может, $20-30. Все эти документы, они тоже дорогие, с резервами, ну, $1050. То есть админы тут не бедные, которые все это делали. Вот, проект может и проработать достаточно хорошо. Новый год он спокойно прошел. Я думаю, то, что даже проект этот может и до весны проработать. Может, даже и до лета, кто его знает. Вот, смотрим, не будем ничего загадывать, не знаю, сколько он будет работать. Но тут фишка в том, что можно без вложений заработать даже несколько, там, может быть, даже сотен долларов, может, и тысяч, как вы будете работать. Минимальный депозит всего $1, не пугайтесь, его можно заработать без вложений на этом же сайте и сразу же его вложить. То есть начать можно с нуля, даже если у вас нет денег на инвестиции, тут можно зарабатывать. Партнерская программа работает при минимальной инвестиции всего $1. Давайте посмотрим партнерскую программу. Партнерская программа, тут я промолчу, оставлю это без комментариев. Сами видите, 1%, человек, к примеру, вложит $1000, и, ну, если вы найдете еще такого инвестора, конечно, вы получаете всего $10, но тут разные бонусы есть, поэтому я это чуть позже рассмотрю. И если у вас депозит $200, партнерочка, конечно, уже чуть-чуть повыше. Вот, ну, за 6 уровень тоже человек это пригласил, кто-то там кого-то приглашал, это ведь твоя работа. И даже человек, если $10000 вложит, и, к примеру, 1% это сколько у нас? Это у нас $100 получается. Ну да, $100, 10% это у нас 10, $5. То есть человек заходит, к примеру, на $10000, целое состояние, там целое чуть ли не вилла, там $5 тебе дают. Ну, это просто тоже из минуса таких вот проектов, то что, ну, не сильно, конечно, интересно всегда кого-то звать, но тем не менее, даже можно начать без вложений, как бы все интересно достаточно. Так, давайте посмотрим, что тут у нас еще есть. У нас есть $300 максимальная награда за всякие задания, тут конкурсы, вы можете даже выполнять такие задания без вложений. По 10 центов и где-то что-то выиграть. Кстати, языки, кому непонятно, есть русский. Мне на английском более-менее все понятно. Я все комментирую. Вот, я думаю, то, что мое видео тоже понятно. Так, и смотрим. Тут и депозит выпадает рандомно еще. Какой-то буст вы можете получить. 0,2%. Очень все интересно. Давайте посмотрим рейтинги. Тут у нас какие-то кто-то привел на чуть больше $500,000. Не знаю, насколько правдивы эти ники. Не фейки или они. Ничего не знаю. Давайте вернемся к самому приятному. Я только что заработал, ну, почти $1. У меня был небольшой баланс. Значит, я накликал вот эту штуку. Когда тут без вложений вот так вот кликается, значит, смотрите, за отзыв, выплату заказали, оставили отзыв на сайте, получили 25 центов. Скриншот просто вставили, 25 центов. Я считаю, неплохо. Дальше, если у вас нет YouTube канала, вот как у меня, я понимаю, не у всех есть канал, можно выполнять задание в Твиттере, набрать 100 подписчиков. Твиттер, заходите, нажимаете подписаться, 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 и там есть взаимный фолловинг, и люди на вас подпишутся. У вас 200 будет подписчиков, вы на 200 человек подписались, допустим, там за пару-тройку дней люди потом на вас подписались, все, у вас хороший профит, за такие задания мне вам дали за репост Твиттера, ну в Твиттере это называется ретвит, мне дали $2.5. За репост Телеграма тоже можете свою группу там как-то там развивать. Где-то дальше за YouTube дали $10. Тут еще был какой-то Twitter, мне тоже дали $2.5, но его тут уже нету. Задания типа потихонечку, так сказать, обновляется список, потому что тут очень длинный.
Ну вот там 2 доллара, там 2, там 5, это все сделать можно за 10 минут. Тут не надо сидеть часами. И как бы, ну, на чашечку, даже не на чашечку, уже где-то и пообедать можно. Там 10-15 долларов, как бы без вложений. И плюс еще партнерочка, кто-то где-то зашел. Так, ну тут еще есть по партнерочке, тут еще у нас есть бонусы. Вот. Бонусы, значит, сейчас расскажу все. За 1000 долларов дают вроде 50 долларов. Вот. Времени уже у нас мало, друзья. На этом с вами прощаемся. Побольше профита. Никогда не забывайте о рисках в таких проектах. И до новых встреч.